Вопрос недостающего запаса угля в ГКП «Кентау-сервис» в конце года власти решили. Сейчас в теплоэнергоцентре работают 3 котла, турбина вырабатывает 6 мегаватт необходимой электроэнергии. Температурный режим подачи тепла в многоэтажке, частный сектор и в учреждении выдерживается согласно утвержденным нормам. Сейчас поступило свыше 10 тысяч тонн угля. В Туркестане разгружают 30 вагонов. В данное время проблем с обеспечением нет. Температурный режим в норме. Все котлы работают. Запасов угля хватит на 20 дней. Хочу отметить, что подрядная организация «Азамат Мунау» перечислил деньги на поставку угля. Вопрос о нехватке твердого топлива обсуждался на расширенном заседании областного акимата. Руководитель управления энергетики жилья и коммунального хозяйства попросил тогда главу региона помочь. Запасов угля осталось всего на 15 дней. И помощь пришла. Жители многоэтажек даже не почувствовали проблем с отоплением и топливом. В квартирах города тепло. Тепло, хорошо. Тепловики стараются. Жительница села Хантаги Акшакуль Алиманова с этого отопительного сезона стала получать тепло централизованного источника. 80-летняя пенсионерка не нарадуется, ведь им сельчанам приходилось отапливать дом углем. С конца прошлого года мы стали потребителями ТЭЦ. Сразу почувствовали разницу. Дети и внуки все довольны. Заплатили за тепло и не будет проблем. Как хорошо. Раньше рано приходилось вставать, чтобы затопить печь. Да еще уголь был недешевый. Копоти было много. Тепловики надеются, что проблем с поставкой твердого топлива не будет. Оплата произведена заранее и вопрос находится на контроле областного акима. Шанар Уразова, Амантай Ульбеков, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «Отрар».